Друзья не успели прийти. Тут уже у нас вон подачек и киви, и манго, и пеленочки большие 60 на 90. Господи, у нас самый лучший зритель. Друзья, вы слышите все, что я вам говорю. Пеленочки большие, замечательные. Спасибо. Пошли мыть малышей. Ну, Томми. Решили мы не... Так, Маня, это ты памперс сняла? Не одевать пока памперсы Тому и Майе, пока они привыкнут. Да, Томми. Маня, сейчас, зачем памперс сняла? Скажи, доброе утро. Это надо граблять? Граблять все надо. Там куча. Тимоша. Любимый миндаль, да? Я полно всего. Да? Интересно, когда сама дает. Это да, это да. Тут ходишь, всем хочется дать что-то. Это ты им что, такую столько корма насыпал? Да. На пол, а зачем? Опа, опа, опа. Вытирай их. Опы, намылись. Сейчас будем граблять. Как же ж без миндаля? Скажи, хоть что поели, но миндалем, если не полирнули. Еще один бежит. Лезет. Скажи, а мне миндаль попадал? Маня, хвост поджимай. Смотрите, друзья, как у Мани. Хвост уже какой. Скоро будет такой, как у Степки. Весь уже пушистенький. Так, Басик, видишь? Ну, вытирайтесь, а я буду граблять. Убирать, да, потому что тут, конечно, много на выходные накидали. Опа, опа. Пошли, пошли попрошайничать. Тимоша. Ты. Енот полоскун. Ложись, сделаю массаж, давай. Бася, колбася. Да, по девчонкам бегает, ночами дома не ночует. Скоро Басиков нам пол зоопарка будет. Саня, там арбузы завезли. Да, арбузик надо, я вчера еще посмотрела. Давай ты соберешь, ты увезешь. Да, эти куда? И арбузик привезешь. А, давай. Открыл. Я уже все пограбляла. С Тимошкой. Тимоша, помогай. Пойдемте, давай. Все, спрятала, Мань. Пошли. Они уже привыкли, что люди целый день стоят, они берут и все вот это вот выкидывают под себя. Все. Все мой енот любимый. Бася суперкот. Нордический. Красавец. Ну это нет, это этот, Николай Пойнт, забыла, как порода. Может, он просто не чистокровный, поэтому их подкинули троих. Они такие красавцы. Угу. Уже не делают попытки играть. Нет, он уже большой. Да, ну всем интересен маленький. А этот, мы так и ждали, мы его усиленно и кормили, чтобы он быстрее рос. И чтобы уже никто не хотел его спионерить. Степашка Верхолаз. Енот полощет
Мишка спустился. Степочка, иди сюда. Степа. Степа, иди сюда. Ой, что сейчас папа везет? Айбус везет. Степа, айбус. Степа, а ну иди сюда. А, иди сюда, Машара. Нет, а ты им поставь половинку прям сюда. Сейчас я принесу. Скажи, что это ты, скажи? Смотри, как Стибочку ест. Одному дал. Вот молодец. Красавец, красавец. Ну, шугани его, да, правильно. Я самец, говорит, да. Самый главный здесь. Я, да, скажи, вырасту. Так, алло, алло. Не надо ко мне. Вадя, ну неси обувь. Все, вывози-ка, у тебя не будет есть. Ты аристократ в пятом поколении. Грязные уже. Грязно уже есть не будет. Не будет, да? Ничего себе. Скажи, не царское это дело, да, Степ? Грязные арбузы есть. На, пусть мне. А не, нельзя. Ешь арбуз, его быстро. Можно. О, истерика. Ты же не ешь, и ему не дает. Скажи, пусть лежит, я на него смотреть буду. Да, это мое все равно. Идем. Сейчас папа возьмет ключи. Нет, бананы же. Заелся. Ну, какой арбуз. Сам бы ел. Да Степке надо. Мишка пришел. Беги, 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 беги. Арбуз. А, сейчас, подожди. Как они ее в среде? Ты не режь дольками, так поставь. Михар, давай. Манечка. Атя, давай. Опа, опа. Мое! Степа! Степ! Немного ли одному? Да, я отрежу. А ты им просто, может, пополам бы отрезывал? Сейчас я. Да. Нет, а я буду просто бы пополам. Да. Нет, он и тот пойдет забирать, понимаешь? Вот с Люськой одна семейка. Глянь. Степа, на. Обиделся. На, не нужна мне его только. Дело принципа. Да, мы делили апельсин. Угу. Вот так именно пополам его. Хорошо. И будет две этих самых, и все. Он все равно всех отгонит и от двух. И не ест толком. Не, ему не надо. Сам дело принципа. Сам процесс. Есть вот будет Мишка сейчас придет. Такой арбуз я бы сама его съела. Да, Тимур? Иди, да, иди. Мишка еще придет. Скандалист. Да? О, пир. Ладно. Это мое, и это мое. Ты даже это, даже с палками. Такой хороший этот Степка. Так, а где Мишка? Он сзади тебя. Миш? Да, я. Иди сюда. Иди, мам. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Иди, иди. Сейчас. Ой, все, этот нервничает. Что ж такое, Мишку взяли на руки. Давай. Ты его посади, да, пусть кушает. Маня всегда найдет. Мишка, ешь. Не он. Он потом придет. Сейчас боится. Степка гонять будет. Всех. Потрогал. Кого за усы, да, кого, кому по фейсу. Вожак. Я тут главный, говорит. Я главный, скажи, я любимец. А этот все перегомнякает. Ты чем? Слушай, может, одну вот, давай эту баловину заберем, давай. Обмоем. Потому что они есть все равно не будут, жалко. Тимоша. Да не ухожу я. Куда арбуз, скажи, понес?
Слушай, у меня принципиальная позиция. Арбуз должен быть у меня. Да, Степ? Я просто его, скажу, должен видеть. Манечка. Вывози, Коля, ты тоже грязный есть не будешь. Свободная нога. Сейчас их всех Тимошка скинет. Все, бегом. Бегом, 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 убегай. Есть шанс смыться. Маня, сходи. Мань, давай, 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 давай. Мань, к арбузу. Я прям бедная, я не тут не бедная. Толками не поела, там откусила пару раз и все. Я им, они же там позавтракали плотно. Нет, 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 я без арбуза. Открывайте, Набел. Выпускайте. Оп. Все. Сидите, Люську скоро привезем. Все сейчас привезем к малышам Варю в вольер. И сейчас тюбиков сюда тоже. Варя тоже арбузик. Плохо у нас, друзья, совсем с Варей с ножками, да? Колени начинают сильно опухать, а ножки начинают сохнуть. Видите, вот сами ножки сохнут. Точно? Да. Давай. Опа. Первый тюбик. Что такое? Что такое, Топ, да? Скажи, вороны в моей жизни еще не было. О. Майя идет. Оп. Так, а где наша эта закрывалка? Сейчас. Может вывести, да? Нет, через эту, да, надо закрывалку. Ну. Вот, можно отсюда взять, здесь же на полку закрыто. Варя у нас уже прекрасно воспитанная. Она не будет обижать малышей. Да. Дать. Сейчас я им покушать поприношу, кроме арбуза. Посмотри, как они тоже хотят на улицу. Надо закрыть. Да, да. А то сейчас, скажи, пойдут люди, да.